Всем привет! Нет, мне не нравится такое приветствие. Секундочку. Всем привет! С вами я. Еще раз давайте. Куда немного упоролась. Всем привет! С вами я, Маша Маева. Мы сегодня будем делать очень интересный видос. Вы давно такие просили. Сегодня открываем новую рубрику. Помните, у меня были видосы, где я показывала разные причастки? Это не женщина, это беда. Я с такой, как она, ни за что никак. Сегодня мы будем брать прически из интернета, а точнее одну прическу из Инстаграма. И будем проверять, правда это или нет. Ну, как бы Масленников проверяет лайфхаки. Херовые. Тут кто-нибудь есть? А я буду проверять херовые прически лайфхаки. Вот, погнали. Подожди, шарик, пожалуйста, быстрее, быстрее. Так вот. Отсюда в кадре подъезжает. Так, а что это мы прерывались? Точно. Москва, вы давно просили встречу со мной. Так вот, держите. В субботу, 13 октября, в главном атриуме центрального детского магазина Лубянки на первом этаже я и ваш любимый Алексей Столяров устроим реальную встречу с вами. Почему вы должны прийти? Потому что мы вам принесем огромный позитив. Вы сможете поучаствовать в конкурсе на PlayStation 4, сфотографироваться с нами и пообщаться. Будет очень много интересных активностей и будет, правда, очень весело. Начало в 14:00, но я советую вам приходить на полчаса пораньше, чтобы поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Для этого есть ссылочка внизу, вы по ней регистрируетесь, чтобы мы на всех вас смогли сделать подарки. Так что не забывайте регистрироваться, это все абсолютно бесплатно. Приходите с мамами, папами, бабушками, дедушками, братьями, сестрами, подругами, друзьями. Можете даже приносить нам с Лешей подарки. Я всех буду вас очень сильно ждать, люблю, целую, обнимаю. До встречи 13 октября. Я купила много шпажек, их тут 1000 штук. И пускай капает, капает с неба. Иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я не был для остальных. Ладно, отвлеклись, продолжаем. Там было сказано, что убрать верхнюю часть волос и убрать среднюю часть волос и начинать с нижней части волос. Этим самым я и занимаюсь. У меня нет зеркала, поэтому я это делаю все наугад. Так, я сделаю из себя Чингисхана. Ладно, самое ужасное, начинаем накручивать. Но перед этим надо намочить волосы. Сзади сидит моя подруга и думает, нахрена я пришла? Вот нахрена я пришла на это? Да-да-да, зачем я на это подписала и зачем я на это пришла смотреть? Я не понимаю, на самом деле, как это можно сделать в одну руку, но мы постараемся. Вот так, от корня. Оп-оп. Так, так, так. Вы там это самое, лайки не забывайте ставить, я стараюсь. Эти. Ну, дай бог, мы сделаем сейчас это все быстро. Я уже минуту две делаю одну палочку. Нормально? Работаем. Вернемся через 10 порядочек. А пока посмотрите смешной видос с котятками. Очень холодно. Я приноровилась это делать, особенно на затылке. Поэтому для меня это уже как нефиг нафиг. Совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Это называется, когда уже 2 часа плетешь эти гребаные штуки на башке. Но я дойду до конца. А ты поставь лайк, напиши комментарий и скидывай ссылки на всякие прикольные инстаграм-волосы. Друзья, подвиг совершен, осталось вот столько. Теперь это надо все намочить. Мало того, сейчас осень, так я еще и брызгаю себя холодной водицей. Надо было кипяток налить. И вообще, что я одна мучаюсь? Я заплела все волосы. Я очень счастлива, и теперь мы будем это делать. Сушить, сушить, сушить! Смотрите, вот на меня и на то, как это должно было выглядеть в оригинале. Я это все высушила и готова распускать. Вы готовы вместе со мной видеть, что у нас сейчас получится? Я хочу начать с задних волос, которые были самые ранее заплетенные, и закончить передними, чтобы результат увидеть в самом конце. Вы готовы? Я готова. Там что-нибудь получилось?
Кажется, что-то пошло не так. Ладно, давайте расплетаться дальше и в конце увидим результат. Попытка не пытка. Давайте попробуем достать волосню с бока. Получится она? Что это за кишка? Мне еще целый день с этими волосами ходить. Ой, это трэш. Рукожоп, мое второе или первое имя. Наверное, первое. Самое главное, мы не спросили вас, нравится ли вам вообще эта прическа. Нравятся ли вам кудряшки. Вы сами по себе, от природы, прямые или кудрявые? Вот я косая. Но на видео есть продолжение. Там девушка разделяла все эти мелкие пряди на еще более мелкие. Ну, давайте попробуем. Что? По-моему, стало только хуже. Такой эффект можно сделать обычной плойкой. Пап, как тебе? Ты похожа на эту мерзкую бабу, блин, которую Миледи играет трех мушкетеров. Спасибо. Хочешь, я тебе? Хочешь, я тебе спою? Излечу тебя. Излечу тебя от скуки. Хочешь, песню? Хочешь, песню пропою? Так, на самом деле, я думаю, то, что можно спасти ситуацию. Вот так, если сделать, что будет. Нет, нельзя спасти ситуацию. Я не знаю, давайте посмотрим еще раз на то, что у нас получилось. Вот я. И на то, как должно было получиться. Да, я мастер. Ну а на этом я скажу вам, что это все. Я больше с такой фигней страдать, наверное, не буду, если будет мало лайков. Если на этом видео будет много лайков, я такая злая. Вы не представляете, насколько я знаю. Поэтому, друзья, кидайте в комментарии под этим видео какие-нибудь прикольные штуки. Ну там типа ссылку на инстаграм с крутыми видосами, где делается. Маш Майва. Лайк, подписка, инстаграм, пишите мне в комментарии какие-нибудь классные штуки, что можно сейчас с вами сделать. Я буду это делать. Пока. Блин, капец какой-то. Отпустила?